Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Леон Агюст Адольф Белли. Французский художник-пейзажист. Данных просто очень мало. Данные из переводной Википедии. Родился в Сент-Амер в 1827 году. Учился у Трайона, а в 1849 году посетил Барбизон, где попал под влияние Теодора Руссо. В 1850-х годах совершил путешествие в Грецию, Сирию и Египет. В 1853-м дебютировал на Парижском салоне, выставив 4 пейзажа с видами Наблуса и Бейрута, а также берегов Мертвого моря, которые вызвали одобрение критиков. В 1855-1856 годах посетил Египет, путешествуя вверх по Нилу в компании другого художника Эдуарда Эмера. Вторая поездка в Египет в 1856 году была в основном посвящена написанию этюдов для его картины «Паломники, идущие в Мекку», которая сейчас находится в музее Эрсе. Помимо своих картин ближневосточной тематики, на протяжении всей своей карьеры он писал портреты и пейзажи Нормандии и Салони, а в 1867 году купил землю в Анбулане. Умер в Париже в 1877 году. Вот так немного о французском художнике-пейзажисте Леон Агюст Адольф Белли. Смотрим картины. Пока-пока, до свидания.